Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Я вас перенесу за 300 лет назад. В Испанию, в прекрасную Наварру. Красивый городок Тудела, город старый, немало пережил сражений и осад, но башни и соборы, крепостные стены в течение веков стоят без перемены. Здесь 300 лет назад спокойно жил один богатый старый дворянин. Дон Альбериго все в Туделе почитали. 2 дочки у него, как розы, расцветали. Но вот пришла пора, и старшую из них в супруге получил им выбранный жених. Весь город приглашен на свадьбу Фелисианы. Для дорогих гостей обед устроен званный. И с самого утра гуляние, и пир, бега, и музыка, и рыцарский турнир. С балкона на него красавицы смотрели. Проездом в этот день случайно был в Туделе с войны из Фландрии, вернувшийся домой, отважный кавалер, красавец молодой. Увы, из Фландрии он вывез вместе с славой один стальной клинок от вражьей крови ржавой. На пышном празднике сестер увидел он. Флорелла, младшая сестра, его пленила. Как велика любви таинственная сила! Он позабыл весь мир, как громом поражен. Она его мечта, она его царица. Теперь одно, одно свидание с ней добиться. Но как? И смелый план ему явился вдруг. Усердно он его обдумывал дорогой, спеша к гостинице убогой, где ждал его слуга, скорее верный друг. Бернардо ждал его, о родине мечтая, и время за вином и песней коротая. Я говорю всегда, в жизни главная еда. Любовь же ерунда, с ней расстаться не труда. Есть каплуна, да выпить бы вина. Если я сыт, жизнь счастье мне сулит. Я говорю всегда, в жизни главная еда. Любовь же ерунда. Дон Альдемаро тут, Белардо господин, в каморку ворвался взволнованный и смятенный, а Рикаредо, родственник почтенный, пришел с отъездом торопить в Лерин. Но он никак не ждал подобного удара. Без дальних слов ответил Альдемаро, что въехал он один, что остается он, что такова судьба, что страстно он влюблен. Стал уговаривать его Дон Рикаредо, и тут произошла напрасная беседа. Чтоб ни было, я остаюсь.
Пускай мои желания смелы, но не уеду из Туделы, пока Флореллы не добьюсь. Как можешь ты ее добиться, ее отец аристократ? Да, он знатен и богат. Вот ты угораздила влюбиться.